Рассмотрим настройку часов SGW-1000B. Как настраивать данные часы? В режиме текущего времени зажимаем и удерживаем некоторое время вот эту левую верхнюю кнопку Adjust несколько секунд, пока не начнет мигать индикатор. Так, здесь мы можем поменять наш часовой пояс. Менять можно вот этой кнопкой Alt. Переключаем. Вот он меняется. Меняется соответствующее время. Каждый выставляет правильно свой часовой пояс. У меня часовой пояс Афины или Каир. Сейчас я прокручу. Если не ошибаюсь, тут 48 городов. В инструкции подробно все описывается. Можете посмотреть, как это правильно. Так. Афины выставил. Теперь для того, чтобы перейти к следующим настройкам, нажимаем кнопку Mod. Вот она, кнопка. Один раз. То есть этой кнопкой мы переходим из разряда в разряд. Мигает индикатор DST. Это индикатор означает, что сейчас включен режим зимнего времени. То есть DST — это летнее или зимнее время переключать. Кнопкой Alt можно включить или выключить. Off отключен, он включен. У нас включен, поэтому оставляем так, как есть. Дальше кнопку Mod нажимаем один раз. Мигает 24 часа. Это формат времени. То есть кому как удобно смотреть, 17:20 или 5:20, день или ночь. Кнопкой Alt можно также менять значение. Вот 12 или 24. Мы оставляем 24. Еще раз кнопку Mod нажимаем один раз. Мигает секунды. Нажавши кнопку Alt, секунды обнулятся. Это необходимо для того, когда вы хотите выставить максимально точное время по, например, по радиоуправляемым часам, чтобы они шли секунда в секунду. Еще раз кнопку Mod нажимаем. Мигают часы. Вот этой кнопкой можно менять, ну, кстати, вот и комп, и Alt, плюс-минус, менять время. Вот, еще раз кнопку Mod, мигают минуты, также можно менять плюс-минус. Еще раз кнопку Mod, мигает год, 2016-2015, то есть можно менять. Еще раз кнопку Mod, мигает месяц, меняем вот этими кнопками значения. Еще раз кнопку Mod нажимаем, мигает число. Менять можно вот этими кнопками. Ну, сейчас все верно, поэтому я ничего не буду менять. Еще раз кнопку Mod. K — это режим звукового сигнала. Это отключенный режим. Нажимаем Alt, он включен будет. То есть, когда мы нажимаем на кнопки, соответственно, будет сигнал. Еще раз нажимаем кнопку Mod. Переходим в время подсветки. Его можно менять от 1,5 до 3 секунд. Меняем также кнопкой Alt. 3 секунды или 1,5. Тут один маркируется, в инструкции описывается 1,5 секунды. Оставляем один. Еще раз кнопку Mod, мигают единицы измерения. Мы видим тут Цельсий, который относится к температуре, гектопаскали, к датчику барометрического давления. И видим, мигают метры. Ну и в этом режиме можно изменять единицы измерения температуры, давления и так далее. Смотрите, что мы делаем. Если нажать кнопку Alt, меняются футы или метры. Если нажать кнопку бара, меняются дюймы ртутного столба или гектопаскали. Если нажать кнопку комп, то меняется Цельсий на Фаренгейт, то есть кому как удобно. Теперь нажимаем еще раз кнопку Mod и переходим в наше текущее время. Для того, чтобы закончить режим настройки, зажимаем верхнюю левую кнопку Adjust один раз. Здесь мы можем увидеть значение нашей долготы или широты, долготы и широты нашего местоположения. Так, для того, чтобы их изменять, используем вот эти кнопки, а переключать кнопкой Mod. Вот долгота и широта. То есть мы можем выставить вот 38,1, 38,3 и так далее. Так, клацаю, 39 меняется, то есть довольно точно. Ну, допустим, остановимся так. Для того, чтобы переключиться на долготу, нажимаем кнопку Mod один раз. И выставляем значение долготы. Точно так же вот этими вот кнопками. После того, как все будет выставлено верно, для сохранения всех настроек, нажимаем один раз левую верхнюю кнопку Adjust. Все, все настройки сохранены. Мы вышли в режим текущего времени. То есть мы видим время и значение, которое относится к календарю. Воскресенье и
6 число.